Спасибо. Да, не за что. Меня зовут Саванна. Джон. Очень приятно, Джон. Фильм по мотивам бестселлера Николаса Спаркса. Потребовалось всего 2 недели вместе. 2 недели, и я влюбилась в тебя без памяти. Автор романа «Тетрадь». Спецназ, значит? Так точно, сэр. В отпуске, да? Отрываешься по полной? Ну, вроде того. Сегодня полнолуние. Где бы ты ни был на Земле, луна всегда меньше большого пальца. Пап, хочу тебя кое с кем познакомить. Клёвый папа. И тебя так любит. Сразу видно, даже если ты сам не замечаешь. Все окружающие как будто боятся тебя. Руки убрал. Боятся того, кем я был. Но меня ты не испугаешь, Джон. А вот ты меня еще как. Мне пора возвращаться. Вот так сразу? Куда тебя отправляют? В самое пекло? Скоро увидимся. Я буду ждать. Милый Джон, я хочу знать все о каждом твоем дне. Так мы сможем быть вместе даже на расстоянии. Сегодня увидел полную луну и сразу подумал о тебе, такой близкой и далекой. Я жду тебя. Письмо номер 33. Милый Джон. Я так соскучился, что больше не могу. Сэр, прошу продлить мою командировку. Ты решил вернуться? Больше всего на свете. Я хочу быть здесь с тобой, но ты должна сказать, что... Многое может произойти за год, Джон. Но сегодня ночью мы вместе. Милый Джон. С 25 февраля в кинотеатрах. Джейми, ничего личного, ты уволен. В яблочко. Тебя же слили. Меня сократили, ясно? В связи с повышенным риском страховых выплат. Однорукий бармен. Мама манерам не учила тебя? Автогонка в шар. Я знаю, где они бабло держат. Если кто и сможет взорвать банковское хранилище, так это Джо Бабах. Я тут, блин. Я за решеткой. Есть план, как вытащить тебя. Coca-Cola 600 – самая большая гонка года. Хакер нужен. Да мне любую систему взломать, как 2 пальца. Да ну. Да я шарю в твиттерах вообще. Добро пожаловать на Coca-Cola 600. Сколько метров до хранилища? 20. Ну, может, 30. Так 20 или же все 30? Это же наука точная! Ничего лишнего им знать не надо. Все, я завязал с криминалом. Это отвал башки просто! Все под контролем. Это уже интересно. Клевый фингал. Мне нужно все на Джимми Логана. Я тут загорюсь. Не подглядывать. Ха. Я кому сказал? Вы, Логаны, впрямь-таки одноклеточные, как про вас говорят. А что, так говорят? Не мог бы ты вернуть мою руку? Это точно твоя? Всем встать. Тайлер Гейдж, я вижу вас здесь не впервые. Приговариваю вас к общественным работам. Держи. И 1, 2, 3, 4. Кто это у нас? Привет. Привет. Красавчик в униформе. Черт, эти девочки хип-хопа. Вот так они танцуют.
Мне нужен новый партнер. Ты говорила со второкурсниками? Почти со всеми. Готов? Нет. Я смогу. Ты издеваешься? Я хотел помочь. Хорошо, подожди. Лови меня. Теперь что? И ты говоришь, он может танцевать? Вполне сносно. Сносно. До завтра. И надень трико. Трико? Что? Ты не видишь очевидного. Ты можешь ошибаться. Привет. Ты красивая. Я не хочу потерять тебя. И ты это знаешь. Тут дело не в таланте. Нужно много работать. Впервые в жизни я за что-то действительно борюсь. Я на все готов. На все? И вверх? Шаг вперед. Эти стены люди хранят секреты. Верни мне пистолет! Речи в убийствах. Их никогда не рассказывают. Коп с темным прошлым. Это дело закрыли 16 лет назад. Двойное убийство. Кто-то слил информацию. Ни одного свидетеля, ни одного подозреваемого. Это был мой долг ради тебя, ради твоего отца. У них одна тайна на всех. Все может раскрыться. Ты к этому готов? Мне все равно как, но я должен защитить их. Тебя просто сотрут. Ставки растут. Ты ничего не докажешь. Появились новые улики. Мы все равно докопаемся. Кому верить? Алло? Заткни свою дочь и слушай. Кто это? Ты объяснишь мне, при чем здесь ты? Узнаешь, это ты и Бриджит в ночь, когда ее застрелили. Я хотел защитить вас. Так значит, это из-за нас. Я достану тебя. Теперь мы не станем закрывать на это глаза. Прикоснешься к ним, убью. Это закон джунглей, сынок. Ченнинг Татум, Трейси Морган, Кэти Холмс, Рэй Лиотта, Жюльет Бинош, Аль Пачино. Можешь ненавидеть меня. Дело твое. Дело закрыто. В фильме «Опасный квартал». Во всех кинотеатрах с 20 октября. В году 120 от Рождества Христова римский полководец Флавий Аквила повел отборный 5-тысячный легион для выполнения задания за пределами известной части мира. Ни их, ни знаменитого штандарта с орлом никто больше не видел. Отец отцов наших, помоги мне стать хорошим командиром для моих людей. 20 лет спустя сын полководца решил разгадать тайну исчезновения отца. Помоги мне не опозорить свой легион. Помоги мне вернуть честь семьи. Ваш новый командир, Марк Аквила. Четвертая когорта Галлии, второй легион. Первый раз командуете? Так точно. Готовьсь? По моей команде. Ты знаешь, кто его отец? Тот, кто потерял орла. А вместе с ним 5-тысячный легион. Не к добру его сын явился. Говорят, орла видели на севере. Никто не выживет к северу от стены. Один человек может спрятаться, армии нет. Тогда я возьму Эску. Эска раб, он делает то, что делает, потому что обязан. Я ненавижу все, за что ты борешься. Он перережет тебе горло, как только вы окажетесь одни. Фильм обладателя премии «Оскар» Кевина Макдональда. Открой ворота, солдат. Ты готов? Почему кусок железа так много для тебя значит? Орел не просто кусок железа. Это весь Рим. Назад! Нет! У кого орел? Он знает. Он один из них. Твое племя перебило легион отца, как собак. Твой отец явился, чтобы убивать. Все равно ты мой раб. Эска, что происходит? На колени! Вы мои рабы. Служите, как служил я, и будете жить. Сейчас или никогда. Ченнинг Татум.
Они идут. Джейми Белл. Орел. Скоро на экранах. Все боеголовки должны быть готовы к пуску через час. Когда я закончу начатое, мир уже никогда этого не забудет. Французы в шоке. Я их понимаю. Мы еще никогда не сталкивались с подобной угрозой. От режиссера «Мумии». Создается особая группа. Лучшие спецагенты в мире. Когда все прочие ломаются, они нет. Я в игре. Перед собой вы видите скафандры ускорителя «Дельта-6». А что, они ускоряют? Вас! Говорит генерал Хок. Мы получили добро. А вот и они. Пошел, пошел! Время вышло! Давай! Бросок кобры. И это только начало. С 6 августа. Спасибо, что приехала. Сгораю от нетерпения познакомиться с ними. Как в старые времена. Ты и я, малыш. Лады, папик. Сегодня вечером мамочка уходит. Я выхожу. О, мы его проехали. Кажись! Ну ты кабанище! Я сам-то на сносях уже. Боже мой, кого я вижу! А мы можем притащить выпивку? Что-то ничего нет с крышкой. Да вон, у него. Ой, а можно с вами сфотографироваться? Это одна из самых моих любимых песен. Большое спасибо. Джимани, ты? Что за краля? Это моя жена, Оливия. Женился на белой? Да. О, нет. Это в выпускном классе. Не, это 4 дня назад. Ну что, готов? Вроде. Текилу будешь? Ты очарование. Начинаем вечеринку. Чувак! Эй, Джейк! Ты смотри. Я думал, она не придет. Ты рассказал о ней, Джесс? Ну, конечно, рассказал. Это будет нечто. Я рад, что ты пришла. Только из-за тебя. Хочешь подойти? Нет. Значит, ты рок-звезда? Нет, не рок-звезда. Просто музыкант. Насколько ты себя считал чернокожим? По шкале от 1 до 10? От черного до белого. Скажем так, темно-серым. Тебе же нужно где-то разместить поклонниц и мамочек твоих детей. Мамочек? Нет, у моих мамочек есть своя общага. Надо вот что. Закидать туалетной бумагой ее дом. Надеюсь, ей это понравится. Почему нет? Эй, Джейк, ты должен мне танец. Я не понимаю, почему вы расстались. Все стало серьезно, а я просто не дорос. Но теперь дорос. Я все в нем любила.
И его руки. И его запах. И его объятия. Я могу вернуть нас обратно. И поверь мне, я так и сделаю. Помнишь эту очаровательную леди? Привет. Как ваше самочувствие? Я наконец-то могу спать, стала энергичной. Мы даже сексом занимались. Врач, который прописал тебе эти таблетки, разбогатеет. 911, что у вас произошло? Помогите мне! Здесь кого-то убили! Произошел несчастный случай. И что нам делать? Следов взлома нет, следов борьбы нет. Где ее адвокат? У нее нет адвоката. И она все время говорит о вас. Я не понимаю, почему это происходит. Ты с ней знаком? Вы лечили бы ее по-другому, будь она мужчиной? Это не то, что вы подумали. Что происходит? Я прописала ей обликс. Я больше не хочу, чтобы вы были моим. За ней нужно установить след. Кто-то будет наказан. Все это пройдет. Все это будет преследовать вас. Я об этом даже не догадывался. Остановись, ты далеко зашел. Он врал ей, он врал мне. Если бы не вы, меня бы здесь не было. Я хочу вернуть свою жизнь. Я знаю, что я не сумасшедшая. Я обо всем знаю. Энн, ты проснулась? Уничтожь это, пока оно не уничтожило тебя. Здорово, Жердей! А ты-то чё тут? Я тебя со школы не видел! Эй, где сиськи? Где сиськи? Надо! Теперь мы крутые копы, реально. Стопудово! Я думал, мы будем на понтовых тачках гонять, взрывать все вокруг. Здорово, шеф! У нас первый арест. Я его взял! Вы забыли зачитать ему права. Вы хотя бы знаете, как они звучат? Право хранить молчание, поиметь адвоката. В каком смысле поиметь адвоката? Вы можете поиметь адвоката, если только он не против. Мы реанимируем секретную операцию из 80-х. Лишите идиот, и вас переводят. Куда выдвигаемся? Засекреченная база в старой церкви на Джамп-стрит. Вы здесь, говноеды, потому что вы похожи на Джастина Бибера, Майли Сайрус и прочую шелупонь. Вы проникнете в школу под видом второгодников. Это точно школа? Кто эти люди вообще? Откуда такая мускулатура, юноша? У тебя половое созревание в 7 лет закончилось? Правило номер раз. Никакого секса с одноклассниками и учителями. Я проверю твой торс. Ой, то есть твой тест. То есть поставлю оценку. Правило номер два. Малолеток не спаивать. О чем речь? Мы же профессионалы. Какие-то вы стрёмные, пацаны. Попсу дерьмовую любите. Да и на морду вам лет по 40. Ты пойдешь со мной на выпускной? Мусор! Мам, не называй меня так! Ну сколько можно? Я сказала, мусор вынеси. Весь дом провонял уже. Мачо и Ботан. А чё ты через машину скачешь? Это фишка такая, сам попробуй. Ты живой? Добро пожаловать в настоящий Нью-Йорк. Здесь соперничество становится жестоким. И каждый дерется, чтобы стать лучшим. Проиграешь хоть разок, и ты никому не нужен. Для Шона МакАртура каждый день борьба за выживание. Книги, диски по $20. Что это? Но теперь у него есть шанс. Знаешь, ты классно себя показал сегодня. Настоящее шоу было. Завоевать этот город. Драться любишь? Если надо. Могу помочь срубить 5 кусков. Что, интересно стало? Ну так как, правила есть? Да, проиграешь, уйдешь ни с чем. Иди и заработай бабок. Что-то я тебя не знаю. Ты не обижайся, но и я что-то тебя не знаю. Харви где-то откопал настоящий талант. Он круто дерется. Я Шон. Злая. Похоже на Желаю. Ну да. Довезите ее в целости и сохранности. Спасибо, Шон. О, ты назвала меня Шоном? Это радует. Спокойной ночи. Теперь с каждым боем. Большой парень, ты близко не лезь. Спасибо, что объяснил.
Он все ближе. Что ты тут делаешь? Да так, проходил мимо. Надеялся тебя увидеть. К жизни, о которой мечтал. Куда едем? Мы едем в Мерси за 100 тысяч баксов. Куда едем, уже не важно. Но у этой жизни своя цена. Эти парни короли этого города. Мы много денег проиграли. Поставили на то, что тебя всуют. В следующий раз ставьте на того, кого надо. В 2009 году. Может, стоит поставить твоего человечка в какой-нибудь из боев посерьезнее? Победителю пол-лимона долларов. Иногда стоит пойти на риск. Что происходит? Я ставлю все свои деньги на то, что ты проиграешь. Есть мечты. Зачем ты это делаешь? Речь о реальных бабках. За которые стоит драться. Думаешь, сам не понимаю, что я никто? Понимаю, я ничего не значу. Ну так вот, я проиграю только тогда, когда меня честно победят. Ченнинг Татум. Терренс Ховард. Не заставляй нас тебя потом искать. Плевал. Бой без правил.